6 июля в эфире ЗАЭТВ новый выпуск проекта из фондов Заэнского телевидения. В нем мы вспомним, как отмечался День защиты детей в 1995 году. Репортажи из Дворца культуры, лица юных заинцев и воспитателей детских садов, награждение отличившихся разными талантами детей, концертные номера заинских дошколят. Все это смотрите в новом выпуске в среду 6 июля в 19:00. Абоненты Тателекома смогут увидеть эту передачу на 22-й кнопке, абоненты МТС на 557-м канале. Также выпуски из фондов Заинского телевидения можно увидеть в группе «Новости Заинска» ВКонтакте. Для этого нужно стать донатом архивного проекта, оказать ему посильную поддержку, а в благодарность увидеть эксклюзивные передачи 90-х годов.